Аномально долгое и теплое лето, которое в этом году наблюдается в Подмосковье, может продлиться до октября. В конце сентября жители Московской области почувствуют приход осенней свежести. Но несмотря на грядущее похолодание, лето еще не совсем сдало свои позиции. По словам синоптиков прогностического центра «Метео», в начале октября условия определит противостояние антициклона и циклона. В первых числах нового месяца столбик термометра снова поползет вверх. Как считают специалисты, воздух прогреется до 17-22 градусов, что будет считаться приходом бабьего лета. Предположительно, теплее всего в этот период будет в южных районах Подмосковья. Как раз там воздух и сможет прогреться до 20 градусов.